ходить рядом, скажем так, по-взрослому. Все это время мы ходили рядом за кусочек еды. Настал тот момент, когда мы переходим к обучению этой команде с помощью мотивационного предмета, мячика. Если вы помните, то мы уже учились играть правильно в мяч, и в конце многих занятий в кадр попадало, как я играю с собакой в конце упражнения в мячик. Это все было неспроста, это была подготовка как раз к этому упражнению. Наша задача, в принципе, проста. То, что мы делали с едой, теперь мы будем то же самое делать с мячиком. Заинтересовываем собаку мячиком и двигаемся рядом. Пус! Пус! Так же, как и раньше, мы держали лакомство в руке, теперь у нас в руке будет мяч. Конечно, собака вначале будет пытаться у нас его отобрать, но у нас для этого есть поводок, нашей волшебной команды нет, и мы будем этим пытаться пользоваться. Пус, 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 пус. Молодец, да, вот он, хорошо. Молодец. То есть немножко успокоилась, сбалансировалась и показала то движение, которое было мне нужно. Аус, фус. У меня в одной руке и поводок, и мячик, который находится сзади. Фус, фус. Молодец, хорошо. Молодец, пус. Да, хорошо, молодец. Умница, хорошо. Молодец, умница. Да, молодчина. Хорошо. Молодец. Коротко играем. Аус. Пус. Пус. Иногда я меняю руку с мячиком. Сзади себя перекладываю мяч в другую руку. Пус. Собака не знает, в какой руке мяч. Пус. Да, молодец, хорошо, пус. Да, молодец, умница. Да, браво, молодец, хорошо. Ай, браво, но хвалю ее всегда мячиком за спиной, для того, чтобы собака не выходила вперед меня. Сейчас еще разок попробуем. Хорошо. Аус. Хорошо. Фус. Да, молодец. Фус. Фус. Хорошо. Да, браво. Фус. Да, молодец. Вот. Молодец, хорошо, браво, молодец, умница, молодец, хорошо, молодец, хорошо, умница, да, вот он, хорошо, браво, хорошо, молодец. Больше нет необходимости использовать лакомство на этом упражнении, всегда будем работать это упражнение теперь с игрушкой. На этом все. Всем пока.